«Крупный план». Добрый день, в эфире программа «Крупный план». У микрофона сегодня работает Светлана Занько. А крупным планом у нас сегодня информация от завода «Вятич». Представляет ее Владимир Маматов, пресс-секретарь завода. Добрый день. Привет, Светлана. Вот какая интересная история случилась. Обсуждают информацию, которую и мы давали здесь в этом эфире в прошлой нашей и позапрошлой программе. И вы публикуете, это понятно у вас на сайте и в соцсетях, эта история с опросом кировчан по поводу нового сорта безалкогольного напитка от «Вятича». И забавный, и тяжелый вопрос. И мы сейчас будем конкретно обращаться к тому, к той информации, к тому материалу, который публиковали наши коллеги на портале Ньюслер. И там, конечно, есть разные комментарии. Комментаторы на Ньюслере очень за словом в карман не лезут всегда. Довольно остро всегда дискуссии, острые дискуссии возникают. Как вы на него отреагировали, на этот материал? Ну... А вообще этот материал с твоими комментариями? Он согласован. Он согласованный, конечно, материал? Конечно. Так он заказной? Нет, что? А что значит согласован? Согласован-то очень просто. То есть они показывают нам то, что они собираются печатать. Мы говорим, да или нет. Ну, правда или, Да, да, да. То есть, ну, практически мы ничего в нем не меняли. То есть поставили только комментарии Курагина, собственно, к этому. Ну, там они есть в тексте. То есть и разъяснили ситуацию. Она действительно забавна. Там заголовок такой немножко длинный, по-моему, какой-то. Какой он там? Ох, какой свежачок обернется для Вятича финансовыми потерями. Ну да. То есть, Это ты заявил в нашем эфире, что короткий срок годности безалкогольного Вятича 31 день, и что вы будете его продавать таким образом только в регионе. Да, и что это на грани, то есть особо. Это на грани фола, почему? Потому что, вот, ну, с одной стороны, да, мы это выяснили, да, это хочется, да, это нужно, это хотят люди, банально. С другой стороны, это стопроцентная гарантия, что этот продукт ни в коем случае не уйдет за пределы области. Федералы его не возьмут. То есть, ну, максимум, на что удастся, вот, не знаю, в результате каких-то акробатических вещей, удастся воткнуть соседние регионы. Ну, там, не знаю, Сыктывкар, там, Ижевск, там, ну, вот что-то близкое, да? Ну, Ижевск, сомневаюсь уже, кстати. Ну, близкое что-то, да? Дальше он не доедет просто. 31 день, но это лишь бешеные расходы на логистику, на доставку. Торговые сети сомнительно крайне большие такие, типа «Магнита». Да. С «Глобусом» мы вроде бы тьфу-тьфу-тьфу предварительно договорились, да? И плюс там по оборотной таре, скорее всего, тоже двинется. То есть они будут, может быть, не во всех магазинах, может быть, в части, но они будут принимать. Я напомню, что переговоры были между «Вятичем» и «Глобусом» по поводу оборотной тары, чтобы в магазинах «Глобус» можно было сдавать стеклянную но тару. Но это не формализовано еще. То есть ну, даже переговоры. Да, нет, даже письмо то, которое надо написать, там Андрей Березин как раз спросил. Я, честно говоря, поленился и не написал вчера. Я, видимо, сделаю завтра только. Но там разговор о том, что в нескольких магазинах «Глобуса» будут принимать, причем, если мы будем выпускать вот этот, ну, мы его будем выпускать, новый сорт, еще не решено в какой таре, но, скорее всего, тару мы возьмем какую-нибудь специфичную. То есть форма бутылки будет отличаться. Ну, это еще один момент. Но камень преткновения 31 день, конечно. Потому что я смотрел, кстати, эту статью на Ньюслере, там какой-то из комментариев: «Вятич решил потерять деньги, до этого никогда не будет». Ну, но правда же. Да, это чистейшей воды правда, абсолютная, потому что «Вятич» благодаря этому и существует. Благодаря экономии, контролю, учету, выгадыванию денег, просто копейки, просто все что угодно, благодаря этому есть завод. Если бы было вот деньги направо, деньги налево, ну, недолго бы все это продлилось. То есть в этом смысле я могу только одобрять. Но. Как только мы выпустим с коротким сроком, мы увидим, что мы не можем на этом зарабатывать столько же, сколько обычно. То есть мы будем терять по сравнению с остальными сортами. Я предполагаю, что вот, с моей стороны я за то, чтобы это сделать. И аргументация очень простая. То есть эффект от того, что мы выпустим то, что люди хотели... Эффект от этого с коротким сроком, абсолютный свежачок, я не знаю, как мы подадим, вот слово «свежачок», оно, с одной стороны, провокационное, с другой стороны, мне нравится, не знаю, как мы его подадим еще толком, но мне кажется, это все
перекроет абсолютно даже финансовые потери. То есть вот на одну чашу весов мы положим потери денежные, на другую чашу весов мы положим выгоду от этого. Я думаю, что выгода перевесит. Я надеюсь на это. Мы решение примем, ну, грубо говоря, 10 числа. Но это новый сорт безалкогольного, ты говорил, что выйдет еще до Нового года. Я тебе могу сказать даже более точно, наверное, я предполагаю, что мы успеем к началу ноября. То есть уже более-менее понятно все, что люди хотят. Ну, там в следующий раз анонсируем, там еще что-то появится, да? Но более-менее понятно. То есть уже может думать на тему технологической линейки, может думать на тему того, как это и что это. А да. Уже завершен опрос? Нет, опрос, продолжается. Опрос завершится 10 числа. 10 октября. Напомню, ну, что вот сейчас уже промоутеры у магазинов промоутеры будут стоять, по-моему, до конца этой недели. Раз, причем они какой-то... Мне это очень порадовало. То есть, я помню, там они собирали 90... По-моему, около сотни, короче говоря, анкет. Они собирали за 2 часа работы на точке. Это очень много, это невероятно много, на самом деле. Причем анкеты не липовые, то есть, да, там на коленке Иван Петров написал, что он любит это. А действительно какие-то опросные, то есть люди хотят что-то, они оставляют свое мнение. То есть вот это меня радует. И в телефонном опросе то же самое. Там процент результативности меньше, ну, там большое количество звонков, там тысячи их, да, но все равно люди рассуждают о том, чего они хотят, как они хотят, почему, ну, и вот какие-то качества выделяют. То есть обратная связь от людей, она есть. Новый сорт безалкогольного на основе пожеланий кировчан, вот это исследование, 4 критерия включало, давай их напомним. Ну, первое – это срок годности, это свежесть, собственно. И да? Теперь уже вы с ним точно определились. Со свежестью все понятно, она ведущая. День. Она ведущая 30. И это будет на этикетке? Да, да. Нет, если решимся, опять же, вопрос. То есть 31 день, да, появится. 31. И следующее – это у нас солодовый вкус, аромат. Следующее – это у нас, слушай, у меня на старости лет вылетает с башки. Сейчас. Осадок, я помню, там был. Да, совершенно правильно. Отсутствие наличия осадка и пена. Вот, вот, 4 штучки. То есть, ну вот, осадок, пена и, да, все это мы выясним. 10-го, ну, сейчас уже более-менее понятно, озвучивать не будем. Ну, 10 числа будет окончательно понятно, что и как мы это расскажем. И что из этого реально пойдет в дело. Ну, вот я всей душой надеюсь, что у нас появится цифра 31. Ну, там этикетка делается там 2 недели, это не та проблема. Да? Вот, появится цифра 31, и появятся какие-то еще вещи на этикетке на самой. Плюс тара в любом случае будет отличаться, да, то есть ее будет заметно. Ну, то есть вот все эти вещи вкупе еще с возвратной, возможно, да, должны, ну, какую-то новую историю открыть. Ну, новая история, потому что я думаю, что у завода нет другого вообще способа выжить, кроме как стать ближе к людям. То есть давать им постоянно то, что они хотят. Это касается большого количества вопросов. Это не только сам по себе товар, но и его упаковка. Ну, упаковка – это вообще отдельная песня. Вот. Ну, я со своей стороны на это пиво делаю очень большую ставку. Безалкогольное. Да, конечно, безалкогольное. Да, 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 только на него. Да. Продолжаем разговор. Это программа «Крупный план». И в центре внимания у нас завод «Вятич». Представляет его Владимир Маматов, пресс-секретарь завода «Вятич». Я знаю, что каждый раз, когда ты приходишь, ты спрашиваешь, ты интересуешься и думаешь, когда же у нас круглый стол с крупными розничными сетями, магнитом, красным и белым. Вот я поставлю вопрос сразу жестче, смотри. Ты говорил. Откликнулся ли губернатор? Вот, ну, вот, вот. Игорь Вадимович Васильев на своей пресс-конференции. Прямой линии здесь, да, у нас в студии. Да, прямая линия, конечно, у нас, да, в студии была. И вела ее ты. И вела ее ты. Я. И он числе. Что сказал? Что давайте соберем и зовите меня, он вот сказал. А когда мы их соберем? Где магнит? Где красная, белая, Светлана? Где хороший эти вопрос, люди? Еще и где губернатор, спроси. А где губернатор? В этот момент. Я не знаю, где он сейчас. Я знаю, что такое одна бизнес-миссия сменяет другую бизнес-миссию. Может быть, поэтому это очень сложно свести всех вот этих людей в одной студии, оказалось. Изо всех сил стреножу свои... Видишь, вообще хотелось бы прямой эфир, а не записную программу. Эфир. Конечно. И я понимаю, бизнес-миссии – это очень важно. Поездки далеко – это прекрасно совершенно, это всегда увлекательно. Но
Вот вопрос. Мы, как говорил Игорь Иванович, элементарный порядок у нас на Вятке наведем, наконец? Наведен, уже было сказано. Наведен. Остались только торговые сети, я понял. То есть только с ними надо навести нормальный порядок. Почему? Потому что на пресс-конференции у тебя, если я правильно... На прямой линии. Да, на прямой линии, прошу прощения. Он ясно, четко сказал, что в магазине должен быть отдел, торгующий местными брендами. Прекрасно совершенно. Вот просто прекрасно. Давайте дожмем этот вопросик-то. Так, у тебя есть развитие этой мысли? Нет, у меня на самом деле вот анекдот в чем. То есть, ну, я думаю, что Андрей Олегович Березин у нас не обидится, потому что это мелькнуло в разговоре с ним. Это система «Глобус». Да, естественно. Как он там, вице-президент системы «Глобус», по-моему. Вот. В разговоре с ним мелькнуло следующее, что давайте сделаем по области большое-большое количество магазинов, которые торгуют исключительно вятскими товарами. То есть здравы, нездравы, там Вятич, БКК, то есть вот всех ребят, которые производители. То есть новая местные. Сеть. Да. То есть сбросим ценник, то есть не будем там накручивать безобразно совершенно на этом, да? То есть магазинной наценки нет. Есть наценка производителя. Естественно, по конкурентоспособности все это будет на порядок лучше магнитов и всего остального. Великолепная вещь. С другой стороны, не менее выдающийся человек Илья Николаевич Курагин говорит, а давайте мы то же самое, а начнем уже и в Кирове делать. То есть давайте сделаем сотню магазинов, к примеру, да? В городе? Да. Откроем их 100 там. 100 магазинов? Да, за год. С местными продуктами? Конечно, только местные. Вот и сейчас... Фермерские продукты. Нет, да, и фермерские. Да бога ради, ты на ассортимент возьмешь и фермеров, и местных, любых местных нормальных ребят, да? Но мне эта история очень нравится. Почему? Значит, вот у нас магнит. Где этот магнит света? Где это делали запрос и так далее? Ты понимаешь? То есть ни ответа, ни привета. Губернатор по бизнес-миссиям, ну, я очень надеюсь, что глубоко уважаемый Игорь Владимирович найдет время, вернувшись из бизнес-миссии, собрать, наконец-то, круглый стол с торговыми сетями. И мы таки зададим им на этом круглом столе несколько маленьких, скромных, милых вопросов на тему отписок, магнита, на тему политики красного и белого. Вот это все поговорим с губернатором вежливо, культурно, красиво, в прямом эфире. На радость тем кировчанам, чтобы они знали, что, как происходит. Я очень на это надеюсь. Но в моем понимании как? Вот если таким способом не дожмется вопрос, да? А он животрепещущий, потому что все местные производители – это... Во-первых, рабочие места. Это сотни и тысячи семей, которые, извиняюсь, кушают. Которые кушают, потому что эти заводы работают. А работают они, потому что есть нормально налаженный сбыт. Все. То есть и налоги, соответственно, и все остальное. Это логика четкая, ясная. Так вот, лишь эти сети вот так вот дожимаются с вопросом. То есть, да, они будут ставить местных, ставить их хорошо. Лишь тогда это более трудоемкий, тяжелый, мучительный, какой, можно как угодно называть путь, там надо объединяться, инвестировать серьезно и открывать магазины, и выдавливать просто их напросто своей собственной торговлей. Ну вот как бы альтернатив не так много, то есть, ну, хотят ребята так вот поступить, чтобы мы вели себя, ну, наверное, придется, в итоге придется вести себя так. Если не начнется нормальный вариант, когда тот же магнит вместо 4 упаковок, я рассказывал тебе, как я как-то пытался найти продукцию вячего магните у себя у дома. Угу. Ну, вот... На дальней полке где-то я нашел. Я, как это, почти политкорректный человек, да, но при этом, честно говоря, эти поиски на нижней полке где-то в закутке чего-то, того, что мне нужно, они меня взбесили. Вот просто реально взбесили. Значит, все... Вот, вот смотри, вот с твоих слов мы можем... В новости прямо дать, что Курагин и Березин обсуждают открытие новой сети с местными продуктами. Вот, честно говоря, мне по башке даст и Андрей Олегович, да. И Илья Николаевич. Он скажет, что мы с тобой говорили, да, но ты, а что ты как новость это в эфир выдаешь? Ну, это же практически это новостной повод. Ну, это новостной повод. Прекрасно, это да. Да, может быть. Вот, честно говоря, вот закончится эфир, я их позвоню.
и спрашиваю, если мы можем это как новость подавать, как реальное что-то. Ну, дело-то в том, что мы это можем прямо сейчас взять. Если будет подтверждение или опровержение. Да, потому что, не, мы ничего такого не говорили. Это моя большая просьба. Это ты, Володя, с нами поговорил и сам придумал. Потому что это прямо история, это тема, которая прямо просится к обсуждению. Это продовольственная безопасность региона. На самом деле, вот еще один большой анекдот. Если ты стоишь нормально в магнитах, во всех остальных, если заводы работают, то в любой момент в регионе всегда есть подушка безопасности. Всегда есть что покушать, независимо от поставок, откуда бы то ни было еще. Это называется продовольственная безопасность. Очень надеюсь, что Игорь Вадимович найдет время, и мы вот все эти вопросики дотачкуем. Хорошо, с тебя тогда подтверждение или не подтверждение этой информации. Новый сурпиво с меня, да? Безалкогольного, конечно. Естественно, да. Так много мы о нем говорим. И мы с тобой очень много говорили еще об одной истории, которая тоже связана и с сетями, в том числе и не с сетями, и с полками, и с политикой представления продуктов на полках. Приводили пример в свое время очень длинной и очень острой истории, которая касалась молочки, когда суррогаты и сплаты всякие разные боролись с натуральным продуктом, и большие потери были на самом деле у производителей настоящего там масла натурального, мысла и сплатов и так далее. Несколько лет это длилась борьба с серьезными потерями, забитыми складами и так далее. Люди, благодаря тому, что изменилась политика именно размещения товара на полках, пришли все-таки к тому, что мы четко можем разделить, берешь ты это или берешь ты другой там какой-то продукт. И, в общем-то, я смотрю, за последний год, в общем, не возникало никаких таких вопросов по молочке-то уж точно. Что касается напитков разных, мы с тобой тоже говорили, настоящие там натуральные или это какая-то смесь, мы говорили, что люди не очень понимают, что они выбирают. Вот, с одной стороны, мне хочется верить, да, действительно, но я присутствовал, и причем это, я имею в виду, присутствовал не в высоких кабинетах, там, не с выдающимися людьми, а совершенно... Причем мы сейчас говорим и о безалкогольных напитках. Да, совершенно обычными людьми, как бы, и даже не я сам разговариваю, а просто слушаю рассуждения. То есть люди начали, я не знаю, почему это происходит, но люди начали обращать внимание на разницу между пивом, безалкогольным, конечно, и пивным напитком, безалкогольным, конечно. То есть... Люди начали понимать, что вот это суррогат, что вот это куча добавок, ферментов, всего остального, это неизвестно что. А вот это более-менее или вот это настоящее. Как вот это изменение сознания ты обнаружил, что они действительно начали понимать? Ну, человек, во-первых, люди начали проводить разделение. Это очень важно, потому что в одном случае мы имеем технологию одну, в другом случае мы имеем кучу добавок, загустители, подсластители, я не знаю, что там, куча всего, да? С ферментами, конечно же, нет, потому что нормальный обычный человек, ему вот по барабану все это, он не будет копать так глубоко. И он, вот этот опрос, кстати говоря, который мы проводим, показал, что... Безалкогольному пиву. Да. Он показал, что примерно 30% людей просто, ну, есть ферменты, добавляют там, наверное, это ускорит брожение там, ну, или что-то еще, или улучшит, без разницы. Они не понимают, что это просто выщелкивается в технологии один из этапов, и за счет химии просто ускоряется. Ну, это суррогат. Суррогат, по сути. Но до ферментов, может быть, и тоже дорастем. Если бы маркировка на полке была вот натуральная, вот не... Вот, допустим, с пастеризацией тоже очень смешно. Я тебе рассказывал. Когда немецкое пиво ты видишь на полке кировского магазина, вот 99% вероятности, что это не совсем те сорта, которые ты купишь в Мюнхене. По одной простой причине. Когда они отправляют сюда, они пастеризуют это не так. Пастеризации нет у немцев. У них есть то, что называется мгновенное, там, на долю секунды нагрев, и исчезает, ну, умирает. Вот об этом процессе ты рассказывал, да, как-то у нас. Так вот, они открытым текстом из Мюнхена, кстати. Они говорили открытым текстом: ребята, мы когда вам посылаем, у вас условия хранения хрен знает какие. Как вы это все везете, куда, чего там, риск, нафиг. Мы это пастеризуем по старинке, то есть 30 минут мы его кипятим фактически. Вообще, я думала, что вот эти корпорации международные большие, в том числе и которые производят немецкий продукт, что они уже локализовали давно производство на территории Российской Федерации. Нет, то, что ты видишь по 99 рублей в магазине у нас, да, это привозное.
Но анекдот именно в этом. То есть это для нашей Нигерии в снегах. Вот, да? Нигерии вот, в снегах? Да, ну это, кстати, так покойный, по-моему, премьер-министр Израиля, не забыл, как зовут, да? Он так и характеризовал это, да, что Россия — это Нигерия в снегах, да. Ну, такое, мягко говоря, нелестное определение, но вот то, как ведут себя ребята, ну да, совпадает вполне. То есть приехали дикарям, продали им бусы. Ну, все замечательно совершенно. Вот так. То есть и глубочайшее мое убеждение, пока каждый, просто каждый, ну, вот это дурацкое определение, я очень не люблю, когда всякие политики, юные философы, эксперты на экране, они рассказывают о том, что каждый должен начинать с себя, там, вот это, обычно это прикрывает воровство или чушь какую-то, да? Но я тут согласен, почему. У нас начали люди считать деньги в платежках за мусор, за ЖКХ. Ну, конечно. Начали высчитывать. Следующий, это очень интересный процесс. То есть власть, казалось бы, вот по всем параметрам, да, она делает что-то не то, там люди бесятся, их нагибают. Ну, не нравится это, да, то есть оппозиция, все дела. Но при этом происходит интересный процесс. Люди начали считать. Следующий прекрасный этап, который я вот всей душой поддерживаю, люди начнут считать свои налоги. Mm-hmm. Потому что когда есть фраза «за меня платит работодатель налоги», это несусветная чушь. А я эту фразу слышал от экономистов. То есть нет никаких налогов. Есть твои деньги, которые отдал государству. Пойми ты, наконец-то, 46% без разницы где-то еще отдаешь государству. И, в Российской Федерации. Да, и у тебя возникнет, через как только ты это поймешь и сам будешь платить, у тебя возникнет вопрос, ребята, а где вот эти 46%? Покажите мне место, куда они истрачены. Это рано или поздно произойдет, и только таким способом у нас появляется ответственный человек. Вот если он смотрит, возвращаясь к пиву, да, безалкогольному, естественно, если он смотрит и видит, что вот суррогат, вот с использованием ферментов, вот фигня, которая кипятили 40 минут, там что от пива осталось неизвестно, да, и он просто делает выбор. И он хочет в свой организм закидывать вот это, или вот это, или вот это. Выбирай. Если он в этом разбирается, все, молодец. Больше от него ничего не может никто потребовать. И вот эта позиция, когда люди понимают, что, ну вот, возвращаясь к Вятичу, да, вот так, так и так сделано, да. Слухи, мифы, истории, оскорбления, которые курсируют в интернете, без разницы, да, ну, в самом интернете, кстати, они курсируют. Бог с ними, да? Ну, вот сейчас это, ну, 31 будет, я верю, что будет 31. У меня еще одна минута, меньше одной минуты осталось до завершения программы. Вот у меня как вопрос. Безалкогольное пиво сейчас допущено на телек, можно рекламироваться, рекламироваться на стадионах и так далее. Безалкогольный напиток может. Есть ли у вас планы на этот напиток? Хотя бы в Кирове тогда, я не знаю. Нет. Или на телеке. Нет, ящик будет стопудово совершенно. То есть я думаю, что вот мы примем 10 числа решение. И я думаю, что мы попробуем втопить, что называется. То есть это массированная реклама, нормальная массированная. То есть и аудио, и видео, и наглядная, и текстовая, любая, и в точках продаж, все остальное. И мы сделаем как? Мы выпустим и запустим рекламу. А сам сорт появится к ноябрю. Это была программа «Крупный план». Владимир Маматов ее представлял, пресс-секретарь завода «Вятич». Ну, так. Крупный план.